от Алтая до Белого моря. Земли, где ступала нога наших предков. Научная экспедиция «Бабалар-Измен» продолжает свои исследования. Ее руководитель – настоящий гражданин мира. Его девиз – «Без глубокого осмысления прошлого нет будущего». Каждое путешествие – это детальное изучение истории и культуры. Пилигрим 21 века Сапар Искаков с командой ученых уже побывал в более чем 50 странах мира. Они раскрывают волнующие тайны прошлого. Смотрите удивительную историю большого путешествия. Сегодня в программе научная экспедиция по следам предков в Улутау. Особенности погребения высыпальницы мавзолея Махат-Саханаса. Что известно о традиции казахского обряда Сиек-Косу, поселения Койлыбая на побережье реки Дулугала. Почему святой завещал похоронить его на холме? Правда голодомора Красного террора 1931 года. Как в народе называли восстание в поселении Карсакбай. У казахского народа есть обряд Сиек-Косу. С памятником, посвященным этой традиции, ознакомились участники научной экспедиции по следам предков в Улутау. Мавзолей Махат-Саханасы находится на берегу реки Караторгай на северо-западе от аула Шенбер в 10 километрах от него. Портально-купольное сооружение построено в исламском архитектурном стиле, но правила захоронения здесь особенные. Подобный мавзолей – вообще большая редкость. Мұнда жерлеу әдеті, мұнда ислам дініндегі жерлеуге қарағанда өзгеше. Правила захоронения здесь не похожи на традиционные исламские, потому что здесь не просто, как принято у нас, хоронят в земле. Сначала тело помещают в специальную боковую нишу в могиле, лакат. После, спустя время после того, как тело высыхает, его бросают в колодец, и на место кладут уже тело другого покойника. Все, кто кутухата сайта, он ворна. У казахов принято хоронить покойника в могиле со специальной боковой нишей. Также была традиция, называемая Сиек-Косу, согласно которой хоронили в специальном мавзолее как махат. Об этом подробно написал в своем труде «Казахтын Тускандық жүйесі», что в переводе означает «казахская родственная система», ученый Акселеу Сейдимбек. По сведениям, изложенным в книге, суть этого обычая заключается в захоронении родственников представителей одной династии в одном месте, в одной могиле. То есть, таким образом, все кости родственников находились в одном захоронении. Такая традиция зародилась в тяжелые смутные времена. Всех погибших воинов хоронили в одном месте, было так принято. Позже, в период, когда погибало большое количество людей от голода или во время войн, представители одной династии хоронили в одном месте. По данным Ахселеу Сейдимбека, в построении усыпальницы мавзолеев для захоронения в казахской степи есть сформировавшиеся традиции. Ученый, опираясь на рассказы одного из старожилов, аксакала из Улутау Тая Тлегенова, охарактеризовал мавзолей следующим образом. Под землей выкапывается помещение объемом 6 на 4 или площадью 8 на 6 квадратных метров, высотой 2,5 метра. Над ним возводится купол. Посередине комната разделяется стеной. Она должна иметь высоту не более 1,5 метра. Таким образом, до потолка остается открытое пространство до 1 метра. Позже кости покойного переносятся из ниши в другую дальнюю часть помещения именно через это открытое пространство. Акселеу Сейдимбек в своей книге рассказывает и о комнате, разделяющейся на 3 части. Первая предназначена для костей мужчин, вторая – женщин и третья – детей. Кроме этого, ученый обратил внимание на стену при выходе, обшитую деревянными досками. Есть 2 основных предназначения. Первое – для прочности стены в качестве опоры, поэтому стены обшиваются. Во-вторых, на образующиеся в результате обшивки полки кладется тело покойника, которое будет находиться здесь до момента его полного высыхания. Затем кости перекладывают в другую часть помещения, где находятся кости других родственников. Это и есть обряд, который у казахов называется Сиек-Косу, пишет Акселеу Сейдимбек в своей книге о родственной системе казахов. Жаңа бұл тақтайшаға қарасақ,
20-ші ғасырдың басында қойылған... Если посмотреть на табличку, на ней написано, что мавзолей был построен в начале 20 века. Однако, по словам некоторых ученых, возможно, мавзолей был возведен в 18 веке. И это действительно похоже так, потому что узоры, материалы, качество строительства говорят о том, что это, скорее всего, сооружение 18 века. Очень хорошо построено. Под землей в основе заложены еще камни для прочности и без фундамента. И, соответственно, нет никаких трещин в стенах. Мавзолей практически находится в первозданном виде. Мавзолей Махат-Саханасы построен в стиле образца, описанного Акселеусидимбеком. Он возведен на холме подальше от подземных вод, и самая главная его особенность — обеспечение специальной системой вентиляции, которая позволяла не испортиться телу покойного, а высохнуть и превратиться в прах. Чтобы вошедшие люди не отравились, в мавзолее сделана очень высококачественная с точки зрения технической инженерии вентиляционная система. Три ее ветви соединяются с одной внутренней, которая сообщается с улицей и выводит все наружу. Изобретение такой системы, конечно, требовало больших знаний и опыта в архитектурном искусстве. Кроме того, дверь мавзолея обшита войлоком. В летнее время это не дает теплому воздуху проникнуть в мавзолей. Стены из кирпича тоже помогают поддерживать внутри постоянную температуру. Еще одна особенность, на которую стоит обратить внимание, это лестница, возведенная вдоль стены наверх, как в мавзолее Алаша хана. Кирпичи вот красные, как вы сами видите, практически в первозданном виде. На этом месте есть и печи, где изготавливали эти кирпичи. Орнаменты тоже особые. На табличке написано «Аллах, Аллах, Мухаммед». Это говорит о том, что все местные жители придерживались исламской религии. По словам местных краеведов, этот мавзолей был построен по приказу Махат Саржанула. Этот состоятельный человек проживал на границе кочевий Торгая и Улутау. В мавзолее захоронены его потомки. По некоторым данным, в последний раз в мавзолее захоронение производилось в 1994 году. Название «Сагана», что означает «старый мавзолей», встречается очень редко. Это редкий вид строительства на территории Казахстана, очень мало встречающийся. В Жезказгане только в трех местах есть. Это Сагана Калмамбета, Сагана Махата, затем идет Карл Маркс, это старое название. В сторону Жанарки есть еще одна, а вот мы знаем только три. И все-таки Акселеусидимбек в своей книге, посвященной родственной системе казахов, перечислил значительную часть усыпальниц, сохранившихся до сегодняшнего дня. К примеру, возле аула Алгабас вдоль реки Нура, возле поселка Каинде в Тургайском регионе и Бетпаддала вдоль кочевий. Акселеусидимбек говорит, что в свое время тело Машхуржусупа Копейула было захоронено в мавзолее, возведенном специально для него. Он был построен в старинном стиле с учетом всех древних технологий. По словам очевидцев, спустя 20 лет тело Машхура очень хорошо сохранилось. К сожалению, это исторически значимое святое место в 1951 году было разрушено под влиянием коммунистической идеологии. Руководитель экспедиции Сапар Искаков, исследуя историю мавзолея Сагана, узнал следующие документальные сведения. Осындай сахналы тамдар солтүстік Кавказда ингушетінде ресурмей көрдім. Сонда мен таң қалған. Такие мавзолеи я видел на Северном Кавказе и Ингушетии. Меня удивило, что такие сооружения есть там и у нас. Местные жители не знают, когда, кем и зачем они были построены, потому что местные жители такие мавзолеи не строят. Они говорят, что это, возможно, ногайские захоронения 12-13 веков. Получается, между захоронениями есть какая-то связь. Я думаю, здесь жили племена, которые переехали сюда и хоронили согласно своим традициям. Это и есть связь. Об этом сходстве мы расскажем подробнее в программе, посвященной работе экспедиции в Ингушетии. Пока же продолжим рассказывать об исследованиях ученых в Улутау.
Следующая остановка экспедиции – пещера Кейкбатыра. Она находится к востоку от мавзолея Махатсаханаса на расстоянии 2 километра в скале в северной части реки Каратургай. Общая высота скалы 30 метров, а пещера находится в 10 метрах над рекой. Передняя часть закрыта широкими камнями. В правом углу есть небольшое отверстие, через него заходят внутрь. Площадь вмещает до 6-7 человек, и высота потолка приличная. Из пещеры хорошо просматривается окружающая местность, но со стороны сложно увидеть то, что происходит внутри. После смерти Абдигапархана и Амангельды Иманова Кейкбатыр подвергся гонениям. Именно в этой пещере он скрывался. В одних документах приводятся сведения о его нахождении здесь на протяжении 4 лет. Сегодня на исторической земле жители аула установили памятник. На мраморном камне выбиты стихи жесказганского поэта Мукаша Сейтказина. «Батыра батыром делает его родная земля. Здесь покоится человек, защищавший свою родину. Эй, путник, слезь с коня и поклонись герою. Это пещера Кокжал-Кулан-Кейка». Участники экспедиции в первый день пребывания в Улутау побывали вот в таких исторических местах. На второй день ученые посетили новое здание, заповедник музея Улутау. После побывали в мавзолее Куйлыбай-Бахсы на расстоянии в 90 километров к западу от районного центра. Бұлсы кезінде бақсы болған, адамдарды емдеген. Этот человек в свое время был знахарем, лечил людей. Он был прославленным кубызистом, и он остался в памяти народа. Я хочу отметить, что и Аль-Фараби лечил людей, и в том числе с помощью музыки. Лечил внутренний мир, духовный мир. Я был в Дамаске, в поликлинике, где он работал. И вот там действительно с помощью музыки лечили людей, без каких-либо лекарств. Сонда ол кісілер сол емханада музыка арқылы. Говоря о целительных способностях Куйлыбай-Бахсы, достаточно лишь привести мнение выдающихся ученых о нем. Шокан Валиханов говорил: «Куйлыбай – это лучший из целителей и защитник. Он второй после Куркыта шаман или знахарь». Слова Алкея Маргулана. Куйлыбай – тот, кто унаследовал искусство владения кобызом Куркыта, его необычайную силу. Он его ученик. На этой реке есть специальные места, где люди совершают омовение. Сейчас о них никто не знает, но там присутствует святость этого человека. И правая сторона пресная, а левая соленая. Соленой водой полоскали рот, а пресной умывали лицо. Но сейчас никто не может показать это место. И, возможно, оно было доступно только этому святому человеку. Несмотря на то, что Куйлыбая называют учеником Куркыта, по словам исследователей, Куйлыбай был современником своего великого учителя, но жил намного дольше него. В этой связи надо обратить внимание на слова Шокана Валиханова о том, что Куйлыбай-Бахсе во сне получил благословение от Куркытата. Также есть сведения, что он был учителем Кобыша и Бахсе Тлепаспантайула, который жил во второй половине 18 и начале 19 веков. Куйлыбай-Бахсе – это мой дед в 5-м поколении, и он учил Тлепа музыке, игре на кобызе. Словом, он его учитель. И я с этой стороны знаю его хорошо. В свое время был балет «Тлеп и Саргас». Саргас – это дочь Куйлыбая. Во время постановки балета был свой образ и у Куйлыбая. Балеты койган уақытында, Куйлыбай да сол балеттің ішінде бір образы көрсетеді. Появилась на свет поэма «Тлеп и Саргас». Снят фильм «Тлеп и Саргас». И там есть Куйлыбай-Бахса. Он воспитывает свою дочь и моего предка. Благодаря ему Тлеп стал выдающимся кубызистом и бахса. В народе много легенд о бахса. Одна из них связана с кобызом Куйлыбая. Музыкальный инструмент вместе с лошадьми соревновался в скачках. Куйлыбай заранее придет к старту и привязал свой кобыз к старому саксаулу. И вот появились клубы пыли от скакунов. Куйлыбай взял в руки смычок и начал играть. Вдруг поднялся шторм, ветер подкинет саксаул вместе с привязанным к нему кобызом, прямо перед скачущими лошадьми. Впоследствии этот сюжет стал поводом для написания Махжаном Жумабаевым поэмы «Кобыз Куйлыбая».
күңіреніп айтқан уақытында қобыздан артық меніңше музыкалық аспап жоқ. Если послушать кобыз, нет инструмента лучше и драматичнее. Кобыз – прародитель всех струнных инструментов. Тогда, конечно, не было нот. Людей, которые играли на этом инструменте, тоже было мало. В советское время игру на кобызе вообще не развивали. Есть в народе один кюй, который все знают – Койлыбайдың сарана. Но, к сожалению, его мало кто знает и исполняет. Кюй вошел в золотой фонд. Относительно захоронения Койлыбая тоже много разных версий, вот одна из них. После того, как Каратау стал тесен для многочисленных кипчаков, группа соплеменников Бултынов и Бердикеев во главе с Койлыбаем перекочует на побережье реки Дулагала. Во время кочевки Койлыбай Бахса заболел. Почувствовав приближающуюся смерть, он скажет своему окружению, что не за горами холода, и в случае его кончины не стоит его тело везти обратно в Каратау. Он велел похоронить его на побережье реки Дулагала, на сопке, где они совершили первонамаз. «Привезите из Улутау 5 повозок с арчой и поставьте памятник на изголовье», — так сказал Койлыбай. А вот этот мавзолей был воздвигнут потомками в 1993 году. Очень много людей приезжают к этому человеку, и не только из Казахстана, но и из других стран. Из Узбекистана, Кыргызстана, Башкирии, Татарстана, России. А вот сами видите, много людей приезжают, совершают жертвоприношения, ночуют здесь, молятся и просят об исполнении желаний. Участники экспедиции после мавзолея Койлыбай Бахса остановились в ауле Карсакбай. Рядом с аулом на сопке установлен памятник жертвам восстания против красного террора, приведшего к масштабному голоду. Члены экспедиции рассказали о причинах и предпосылках трагической страницы истории. В 1931 году на территории Казахстана был большой голод. Это все было связано с неправильной политикой коммунистов. Они не знали менталитет, быт и занятия местного населения, обычаи и традиции. В результате погибло огромное количество людей. И народ поднялся. В 1931 году было восстание. Одно из них произошло в Карсакбае и на территории Жесказгана. Раньше его называли восстанием лаков, потому что в нем участвовали представители кипчакского рода лак. В 1931-1932 годах основная часть жителей этих мест находилась в производственном Карсакбае. В самом же Карсакбае положение было сложным. Был голод, который и стал причиной восстания. Однако советская власть направила карательный отряд, и в одну ночь всех протестующих убили. В этом списке большая часть относится напрямую к моим дедам и прадедам, указаны их имена. Этих людей называли баями, и они были против советской власти. Именно с Карсакбая. Когда он был районным центром, отправлялся карательный отряд под руководством командира Галкина. И в один день этот отряд уничтожил весь аул. Всех расстреляли, некоторых угнали. Есть имена всех этих людей и имена тех, кто подвергся репрессиям и гонениям. Как сказал президент Касым Жомарт Токаев, эти чистые страницы нашей истории еще не изучены досконально. Даже ученые не сходятся во мнении о точном количестве жертв голода. Различные взгляды на факты и их причины вводят в заблуждение. Соответствующие исторические документы и собранные данные должны быть тщательно изучены. В 1931 году в Торгае тоже было восстание. Его называли восстанием Батпаккара. Тогда тоже погибло много народа. Они были посажены в тюрьмы, сосланы в отдаленные регионы. В 1931-1932 годах во время голода казахский народ потерял, можно сказать, почти половину своего населения. Сейчас вся эта правда вскрывается. Нашим предкам ставятся памятники. Создаются вот такие памятные таблички. Все это должно остаться в памяти потомков.
Для этого таких памятников должно быть больше. С такими мыслями и суждениями участники научной экспедиции по следам предков закончили визит в Улутау. Справедливая оценка и анализ периода Голодомора – это основа для укрепления независимости страны.